дорогой Робинзон, добро пожаловать на остров любящих зеркал. Только что я вам прочитал настрой, рассказал вам настрой. Мы с вами вместе его прочувствовали. Этот настрой высказан от имени мужчины, который дарит любимой улыбку. А сейчас попробуем воспринять эту же улыбку глазами женщины. Я тебе улыбаюсь. И вместе со мною в небе солнце смеется, и птицы поют. Я глаза поднимаю, а там голубое перламутром дымится, как будто в раю. Я тебе улыбаюсь, и годы отстали, детство рядом, и мама воркует, любя. Кто сказал, что мы нынче с тобой устали? Я в порядке, и ты посмотри на себя. Я хочу и могу, и как раньше мечтаю, вижу, слышу и чувствую слов аромат. Словно в юности в небо голубкой взлетаю, жизнь прекрасна, как многие годы назад. Я тебе улыбаюсь. И что мне морозы? Я купаюсь в рассветах с утра до утра. Я под солнцем цвету, словно майская роза. И не может улыбка быть в чем-то стара. Я, девчонка, прости мне шальную беспечность. На свидание зовет океанский прибой. Я, девчонка, поэтому целую вечность, несмотря ни на что, я останусь собой. Да, Ефим, а скажите, пожалуйста, для кого же пишутся эти настрои? Кому они нужны и кому они все-таки могут помочь? И чем они могут помочь? Я понял, хороший, четкий вопрос, как раз вот как я просил, короткие, четкие, отдельные вопросы. Практически, я не знаю, это витамины, как один мой читатель, друг, сказал, что это витамины души. То есть практически эти настрои, они полезны для всех, кто говорит по-русски, кто читает по-русски, кто мыслит по-русски, кто понимает образы, описанные русским языком. То есть для любого и для каждого, молодого и зрелого человека, мужчину, женщину, девушку и так далее. То есть для всех и каждого человека.